Мысли – это главный источник вашего хорошего настроения. Очищайте мысли, все невзгоды уйдут. Всем привет, хорошего настроения. Сегодня я вам расскажу о праздниках на 11 мая. Поехали! Национальный день, когда можно есть то, что хочется. День Конституции в Лаосе. Есть еще необычные праздники. Праздник приятных ожиданий. День ожидания Мэри Поппинс. И день глаженных шнурков. А также в этот день канадский фестиваль тюльпанов и фестиваль ракет в Таиланде. А в народном календаре берется сок. Именины в этот день отмечают Анна, Виталий, Кирилл и Максим. В этот день в истории есть знаменательные события. В 330 году состоялась торжественная церемония освящения Константинополя. В 868 году в Китае появилась первая печатная книга «Алмазная сутра». В 1881 году опубликован манифест Александра III об укреплении самодержавной власти. В 1900 году на воду спущен знаменитый крейсер «Аврора». В 1916 году Эйнштейн публично представил свою теорию относительности. В 1933 году мир узнал о чудовище озера Лох-Несс. В 1927 году основана Американская академия киноискусств, учредившая премию «Оскар». В 1961 году указом Президиума Верховного Совета СССР утверждено положение о звании «Летчик-космонавт СССР». И в 1964 году основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия». И родились в этот день. В 1855 году Анатолий Лядов. Русский композитор, дирижер и педагог. В 1864 году Этель Лилиан Войнич. Английская писательница, автор романа «Овод». В 1902 году Кирилл Москаленко. Советский военачальник, маршал, дважды Герой Советского Союза. В 1904 году Сальвадор Дали. Испанский художник, писатель. И в 1937 году Георгий Шенгелая, грузинский кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Грузии. Успех – это когда 9 раз ты упал и 10 раз поднялся. На сегодня все. Всем удачи, успеха, хорошего настроения. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч. Пока.